Я купила попкорн, вот такой вот, который надо делать в микроволновке. Вот тут инструкция. В общем, надо его положить в микроволновку. Когда будет 2-3 секунды между хлопками, Сереж, замерь, пожалуйста. 2-3 секунды между хлопками. Ты меня слышишь? Не больше 5 минут. Ставлю на 4. А сейчас начнет лопаться. Лопаться. Так оно же не крутится. Так оно что, не крутится? Ну, потому что оно застряло. Должны быть хлопки, как через каждые 2-3 секунды хлопки начнутся. Выключать, но не больше 5 минут на максимальной мощности. Короче, там что-то это шикает. Что ты считаешь, сколько должно быть? 3, 5, 10. Написано уже, наверное, все, да? Раздулся ладошки. Написано, если хлопки начнутся каждые 2-3 секунды, выключать. Выключай. Давай, все. Что такое? Горячо написано. Сейчас надо скрывать? Ну, потом скрывай, только горячо. Надо сейчас, а потом? Да, вот так вот. Ну, скрывай только. Пошикли, может, еще надо? Ну, это написано рожица какая-то. Нет, рожица вверх. Ну, стрелка на рожице. Что дальше-то? Ничего, скрывать. Вот, тянуть сюда, если две тянуть. Просто... Ну, жду-то мало-то. Может, что надо? Не знаю. Давай еще. Горячо же сказано. А что ты сказала, что там очень горячо? Ну, я же говорю, что написано, что упаковка может быть горячей. Но больше 5 минут нельзя. Сказал, 2/3, я выключаю. Написано, он, во-первых, у нас 3 минуты делал, написано, когда хлопки через каждые 2-3 секунды. Это, мне кажется, наколка. Что, ты знаешь, что так делал попкорн? Да. Так, ну вот, что у нас внутри. Попкорн. Теперь надо его высыпать куда-то. Он, наверное, горячий. Ну-ка. Попкорн. People, смотрите, у меня картошка печеная. Видали? Это высший пилотаж. А еще people, смотрите, что у меня есть. Как думаете, что это такое? Все знают и так. А что это? Это патиссоны. Патиссоны? Я никогда не ел патиссонов. К счастью или к своему стыду? Нет, я не ел именно патиссоны такие. Какие? Соленые. Потому что так это патиссоны, это как кабачки. People, это вкусно. Советую. Нормально. Вкусняшка, кстати. Да? Да, очень вкусно. Я попробую помидорчик вот это. А это помидоры черри. Ну, это меня не удивишь. Да, но это вкусно. У тебя что, то же самое? То же самое. Патиссоны. Слушай, отдельно продаются патиссончики маленькие? Да, целая банка была, просто я не знала, как они на вкус. Да, ты куплю. Поэтому взяла пополам, потому что вот это бы я точно... People, советую. Если бы мне не понравились вот эти патиссоны, я бы съела бы только помидоры хотя бы. А так возьмешь целую банку и что с ней делать потом? А что делать? Помидорка. Хочешь помидорку? Скушай помидорку.
Волгоград. Угу. Делает. А что Якубович утворяет? Это не Якубович. Тут уже... Это концерты по заявкам, а ага. Не поле чудес. Уже полчаса слова одно отгадывают. Все поют. Главное, что слово? Конечно, полчаса слова отгадывают. Если через каждую... Одну букву назовут, 10 минут поют. Одну букву назовут, 5 минут стих рассказывают. И так по кругу. Да. Концерт. Концерт по заявкам. Вот, Пипа, у меня картошка такая вот. Подгоревшая. Это запечённая, запечённая. Да, запечённая в кастрюле. Там вкусная. Самая полезная. Так, что это такое? Сейчас буду открывать. Сейчас покушаю и буду открывать. Угу. Такие есть в коробочке, да, просто? А есть, ну, в коробочке... На подставке, да? Чего? А это с проводом? Нет. Есть так, точно такие же, только без провода. Ну, правильно, но они как заряжаются? А может, с проводом тоже, не знаю. Нет, они на подставке идут. Они заряжаются от такого, как телефон. Кто сказал? Подставка для них. И, кстати, вот эти подставки, для чего? Там было написано, там было написано беспроводные. Да. Беспроводная зарядка была написана. Угу. Ставишь на него просто. Угу. А это с проводом. То есть вот это сама, имеется в виду наушники беспроводные, а сама подставка заряжается от провода. Ну, потому что, а зачем? Какая разница вообще, как заряжается подставка? Вообще никакой разницы нет. Слушай, сколько раз можно заряжать наушники от этой подставки? Ну, от этой коробочки. Не знаю, что. Как угодно, наверное. Никак. Здесь же внутри аккумулятор стоит. Ну, правильно. Ну... Ты сначала заряжаешь коробку, потом в эту коробку вставляешь наушники, и эта коробка заряжает наушники. А коробку уже заряжать не нужно. Понятно, я думал, ты имеешь в виду, сколько раз они вообще в ресурсах. Нет, потом ты отсоединяешь и ходишь с этой коробочкой. Так вот сколько раз эта коробочка может зарядить наушники? Нет, подожди, а я думала, что это нет. Да. На проводе она должна стоять. Нет. Это тут все фишка, что ты пошел куда-то, где сели, ты положил. Это надо было другую коробочку брать, которая дороже. Какую другую? Ты что, это так и есть. Ты уверен? Да. Ну, возьми, Даня, спроси. Ты говоришь? Да. А возьми, Даня, спроси. Ты мне не веришь. Где мой телефон? Не, ну, господи, не надо. Понятно. Ну, я откуда знаю, сколько они заряжают. Инструкцию смотрю. Там уже что-нибудь, там любовь уже. У нас трое детей. Целуются там. Выключать? Ну, выключай. Пипл. Привет, Пипл. Будем открывать теперь. Я поем, знаешь, ест. Бежуй. Так, а как тут открывать? Слушай, Жень. Тут мне ничего дергать не нужно? Не знаю. Слушай, как они так запаивают? Запаяли все, да? Да. Что-то пришло. Письма. Короче. Я сейчас ногтем прорежу здесь, можно? Так вот хочу. Может, как-то надо открывать по-другому? Вот где яблочко? Какое яблочко? Нет. Можно твои вилки использовать? Ну, подожди ты. На. Вот. Сейчас нам что-нибудь ей не даст. Так аккуратней. Так, пипом. Так, вот дырочку тут. Опа. Ого. Тут же какая пленка-то плотная. Ничего себе. Ребята, очень плотная пленка. Вон
пленка плотная, да? Пленку открываем, выкидываем. Слушай, пленка плотная, а тут вода попала внутрь. Угу. Хотя я мыло так аккуратно сюда. Как так-то? Тебе, пожалуйста, что она промокает. Наверное. Так, открываем. Извиняюсь, что попало в кадр. Сейчас то есть шум будет. Ля-ля-ля. Сам не знаю, что там внутри. Ой. Вот такая штучка. Так. Опа. Это, наверное, инструкшн. Ну да. Наклейки. Какие-то инструкции, но это нафиг все не нужно. Я им попкорн. Ешь, ешь. Это сделано для такой вот штучки. Где можно положить денежки. Мальчики сюда. И спрятать. Так, такой кейс. О, классный какой. Вывалился. Вот такой классный. Слушай, а мне знаешь, что напоминает? Обтекаемый. Отрываем. Как яйцо. Кстати, да. Только не круглое. Вот-вот-вот, тоже это напомнило. Подожди, а зарядка где? Зарядка любая. Вот это? Конечно. А, просто ставил сюда. Нифига себе, крутяк. А то там нет зарядки, нет? Нет. Дно не поднимается? Кто? Дно не поднимается у коробки? Нет. Вот знаешь что, вот возьми в руки. Какие ощущения? Приятные. Пипец, да? Так все гладко, прям под руку. Вот прям хочется, да, прям держать, да? Угу. Настолько вот как они так делают, такой пластик? Приятный-приятный на ощупь. Вот, я ж тебе говорю. А! Я же говорю, в коробке нету. О-о-о. А ты меня не слушаешь никогда. Я говорю, возьми в коробке. Что бы я без тебя делал? Общались бы ты так и не знал бы, что там. Я бы выкинул бы это еще. О, смотри, открывается. Тем проводом заряжай. Зачем? Одинаковые все. Мало ли. Прямо что там буду еще. Доставай их, ну что ты. Да подожди, да, людям покажу. Им тоже интересно. Мне же интересно, им тоже, наверное, интересно. Да может, у кого есть уже много. Не знаю, кого есть, у меня нету. О, смотрите, каждукинцы. Ну куда я кого-то себе запихну? Подожди сейчас. Дай рассмотреть-то хоть. Это точно как те вот наушники. Вот, которые на стене висят. Вот. У них форма точно такая же. Только провода нет. А как они включаются? Слушай. Ой, я темный. Другой вынь, может, на другом. На другом? А, тут какая-то лампочка мигает еще, видите? Они заряжаются. Белая. Сейчас белая. Только что была Ну-ка. Видите? Ну, конечно, была красная. Зеленая была и какая-то желтая была еще. Вот сейчас белая. О, видишь, зеленая пошла. О, видите, зеленая. Угу. А что это значит, интересно? Инструкцию прочти. Ладно, закроем коробочку. Короче, как они включаются? Какая? Никак они работают сразу. Они, наверное, не работают только тогда, когда... А, когда в кейсе? Они когда в кейсе или когда сели. А так они сразу должны работать. О, ну что, ребята, как вам? Я блатной? Ну как? Офигенски. Так, нужен мне что? Где мой телефон, пожалуйста? Дай, пожалуйста. Вот, спасибо. Мне нужно включить сейчас Bluetooth, наверное, да? Их найти. Угу. Так. Сейчас я буду показывать. А можно я тоже включу Bluetooth, их найду и буду тебе говорить? Сейчас. Потом. Нажимаем. И так не вижу. Так, Bluetooth. Ебалыч. Вот что ты ищешь. Слушай, ты давай нажимай, я буду показывать. Что там ищет? Apple Watch, Сергей. Нет, это часы включены.
А что там еще есть? Плутс 3D30 не подключено. А не смарт-банд 4. А как это называется, штукенция? На AirPods, наверное. Да, AirPods называется. Тут какой-то Eplutus. Eplutus. D30. Eplutus. А кто такой Eplutus? Короче, дайте мне сам посмотреть. Нет, это этот. Это, которое было зеркало у нас. Не знаю, да, да. Mi Smart Band. А что такое Mi Smart Band? Часы. Mi. JBL. Поиск устройств. Жень, давай Дане позвоним. Как включать надо? Выключи, включи еще раз обнаружение. Может, коробки их надо найти? Может, Bluetooth-то тут? Нет. Найти, может, нужно в коробке? Нет. Инструкцию открывает, читает по-русски. А где же инструкция? Тут нет инструкции. Там все. Звони Дане, короче. Я так не люблю что читать. Вот тут смотри, какая-то кнопочка. Вот есть. AirPods уже появилась. Где, 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 покажи мне. Вот AirPods. На, включай. Видишь, в коробке, когда они появляются. Ну, включай. Техника дошла, пипец. Так вот, тут у меня тут этот вот, который динамик, он стал, как это правильно сказать, он стал чуть-чуть трещать, не полностью вышел из строя, просто немножко трещать стал. В общем, когда разговариваешь, это вот резко двух идет, ну, прям раздражает, не то чтобы сильно, но просто это портит. Сбой создания пары. О, почему? Еще попробуй. Потому что, может, ты наушники вынул? В смысле вынул? Я вот заново нажал сейчас. Вот шестерня. Шестянка вращается. Шестеренка. Шестянка. Сбой создания пары. Короче, надо не звонить. Блин, как же это настраивается? Так, кто знает, пишите, короче, как это настраивается. Тут какая-то кнопочка, Жень, вот, смотри, пожалуйста. А, так вот, ее надо нажимать. И что будет? Появился? Может, надо, во-первых, подключить их? Вот, написано. Угу. Во-первых, их надо вскрыть. Открыть вот так вот. Так. Открой как. Ну как, вот легко. Вот так. Положить в 5 сантиметров. Вот ты говоришь, ничего тут не написано. Все написано. Положить в 5 сантиметров. А, вот, слушай. Ну ты, Сереж, смотрите. Вот, все появилось. Подожди секундочку. Все написано в инструкции. Вот. Вскрыть 5 сантиметров от телефона. Положить. Он говорит, инструкцию читать не буду. Хочет подключать. Ну, я не знаю. Я же человек из Советского Союза. Понимаешь, все, что тут написано. Мы только чайники можем включать. Вот это, видишь, чарт-статус, что происходит. Так давай, я показываю людям, а ты нажимай. Чего там дальше нужно делать, Жень? Вот, и, кстати, вот дважды коснитесь наушника, чтобы начать воспроизведение или перейти к следующей дорожке. Как бы ты это знал? А как? Просто наушник нажимать? Дважды коснуться. Хорошо, давай, что там пишут, нажимай сюда. Вот. На экране вот, видишь, показано что-то, Жень? Ну, потухло все уже. Что, ну, нажми. Я людям показываю. Откройте чехол, поднесите наушники к разблокированному айфону. Что я пишу сейчас? Следуйте инструкциям на экране. Объявление о сообщениях. Объявляйте о сообщениях Siri. Не сейчас или что? Не надо мне Siri никакой. Не сейчас? Нет. Хорошо. Наушники AirPods, Сергей. Готово. 83. 72 зарядка сейчас у тебя этого чехла. И 83 наушников готово. А сейчас что пишут? Ну, то, может, старое было. Ты рядом их поставил на 5 сантиметров? Вот я в руках держу, конечно.
Что такое-то? Наушники AirPods Сергей. О, опять. Вставьте в уши. Подключено же, все. Жень, подключено же, пишет. Вставьте в уши, отрегулируйте, пока не услышите звуковой сигнал. Наушники AirPods готовы к использованию. Во. Пропищали. Пропищали. Его можно использовать с другими с часами. Теперь наушники работают со всеми устройствами, на которые вы вошли в iCloud. Зачем мне iCloud? Мне не нужен никакой iCloud. Но они с часами могут работать со всем. Так куда мне позвонить? С часами они могут работать, если в iCloud у тебя часы. А это чем мне часы в iCloud? Ну, то есть, например, ты захочешь, здесь ответишь на звонок, и в наушники пойдет. А, да? Так я хочу куда-нибудь позвонить сейчас. Давай, куда позвоним? Вот, смотри, как дело. Смотри, что написано, что индикатор показывает состояние заряда, когда они находятся в чехле. В ином случае индикатор показывает состояние заряда чехла. Вот чехла и наушников. А где это? А как мне теперь смотреть их? Когда наушники AirPods находятся в чехле с открытой крышкой, нажимайте кнопку, пока индикатор не начнет мигать. Затем откройте настройки Bluetooth и выберите AirPods. Круто. Так, дважды коснитесь наушника, чтобы начать воспроизведение или перейти к следующей дорожке. Скажите привет Сири, чтобы начать воспроизведение песни, сделать звонок или узнать, как добраться куда-либо. А ты Сири отключил? А зачем мне Сири? Ну, то есть ты говоришь привет Сири, позвонить, например, Данюше. Нет, Сири работает. Зачем тебе сказала? Я не вижу Дрянюши. Данюша. Дане, позвонить Дане. Данюша. Данюшка. Звонок пошел. Даня, как дела? Как ты меня слышишь? Я тебе говорю. По наушникам? Через наушники? Подожди, ну а звук сюда идет или через наушники? Нет, звук сюда идет. Слушай, а звук куда идет? В телефон или в наушники? Наушники? Угу. Вот на тебе одно ухо. Спасибо. Щедро. Я даже не дал одно ухо. Да. В смысле? Ну такие. А какие? Покажи на ухо. Вот такие, ну, до конца мочки. Короче, в общем, Даня, они, знаешь, тебе сейчас скажу, какие. Ну, как обычные, только без провода. Да, да. Да. 11, что ли? Видно. Кажу, да, что это плохо. Они тут нас не слышат. Конечно. Да, динамиков-то нету. Ладно, мы вас выключаем. Да.